здании управления МВД России по Одинцовскому городскому округу состоялась пресс-конференция на тему «Незаконный оборот фальшивых денежных средств». Полицейские предупредили об уголовной ответственности за изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных билетов. Анализ совершенных в Одинцовском городском округе преступлений показывает, прежде всего, в зоне риска объекты розничной торговли, АЗС, сеть, интернет. Представители общественности отметили, что размещение на кассах памяток с основными отличительными признаками подделок, повышенная бдительность продавцов являются хорошей защитой от поддельных купюр. Сотрудники полиции и общественники призвали жителей быть внимательными при обращении с купюрами и в случае подозрения на сбыт фальшивых денежных средств незамедлительно обращаться в полицию.